расскажу вам, как сделать самому колок от гитары, если он сломался у основания. Разбирается, значит, он очень просто. Здесь 4 самореза. Снимается саморез. С обратной стороны вот такие вот зажимы, которые очень легко поддеть отверткой, а затем, выровняв плоскогубцами, их вовсе отсюда снять. Снимается это очень просто. Вот наша, значит, резьба от нашего сломанного колка. Вот эта вся конструкция выходит. Мне пришла на ум мысль сделать этот колок из обычного самореза, немного его модифицировав. В инструментов найдя вот такой вот подходящий по диаметру и резьбе саморез, и на обычном точиле мотор, на котором можно выточить из этого самореза, то есть сделать на нем две вот такие колеи, чтобы вот эта вот запчасть здесь смогла спокойно себя чувствовать и двигаться без каких-либо затруднений. Потом вся эта конструкция возвращается сюда, подгоняется максимально. Если вот так вот пальцем зажать саму шестеренку, не должен, значит, проскальзывать. То есть, чтобы шестеренки максимально друг к другу прилегали и двигали всю эту конструкцию. Соответственно, когда мы убедились, что оно не проскальзывает, то есть не прокручивает, вот, мы также зажимаем плоскогубцами вот эти, значит, крепежки и устанавливаем всю эту конструкцию на место. Вот пластмассовая штучка у меня рандомная, можете приспособить какую-нибудь другую, если у вас есть от каких-либо старых приборов, не знаю, это я нашел у себя в инструментах. Так что вот такой вот небольшой лайфхак. Вот на таком камне я обрабатывал, значит, на главную плоскость, потом боком, чтобы заузить максимально вот эту колею. Также потом обрабатывал на маленьком боре. Вот так. Здесь. Вы можете взять и утопить ее. То есть, либо разогрев, либо тоже попилив головку самореза и утопить ее там насильно, чтобы она взялась крепко с пластмассой. Но я этого делать не стал, потому что она у меня и так довольно крепко туда утопилась. Вот. Я уже все установил. Вращается резьба и тянет за собой шестереночку. Вырезы сделать так, чтобы эта резьба вся вот толстенькая была внизу, а там она зауживалась и плавненько переходила в сам саморез. Так. Сейчас будем устанавливать. Вставляем обратно на свое место и начинаем закручивать 4 самореза. Все, значит, эту конструкцию всю я установил. Он крутится даже чуть-чуть грубее, чем свои родные. То есть те совсем уже расслаблены. Можно при необходимости родные колки зажать, чтобы не было лишних дребезжаний у струн. Можно уже ставить струны. Вот мы установили все струны. Все работает.